100 лет исполнилось со дня рождения чувашского композитора, хорового дирижера, педагога, музыкального и общественного деятеля Филиппа Лукина. Никто из чувашских композиторов не написал столько поистине народных песен, сколько Филипп Миронович. «Чувашский край», «Пою о городе родном», «Счастливая дружба» — эти песни разные по характеру и жанру. Мышеобразные и напевные, бодрые и задушевные, близкие к народным напевам. Его песни звучат и по сей день, и трогают сердца не только старшего поколения, но и молодежи. Родина, Россия, любовь к родному краю и его природе. Выражение благородных чувств и дум человека. Вот основное содержание песен Филиппа Лукина. Он один из первых выпускников Чувашского музыкально-театрального техникума и один из первых чувашских музыкантов. Получил высшее образование в Московской консерватории в 1942 году. Первые свои песни он написал еще в техникуме. А популярность композитора-песенника к Филиппу Лукину пришла с песней молодежи. Она стала поистине народной. Всего им написано 800 песен, 80 из них для детей. 17 сборников издано в Чебоксарах, 12 в Москве. Конечно, это великий праздник и для Чуваши, и, конечно, для нашей семьи. Я помню, как очень отзывчивого, доброго человека, увлеченного своей работой и, в первую очередь, посвященного своей семье. Память о нем будет храниться вечно, и то, что это гордость нашей семьи. Все, кто его знал, в один голос говорят, что Филипп Лукин всегда помогал другим. И неважно, близкие это были или совсем незнакомые люди. Мы жили на Карла Маркса, дом 24. И там строили рядом, прям соседний дом, можно сказать, дома для вот видных деятелей общественных. И ему предложили квартиру трехкомнатную. Они с бабушкой посидели, подумали и решили, что, конечно, они проживут и в этой квартире, и отдали квартиру этим многодетной маме. Вот такой вот поступок, наверное, заслуживает уважения. К столетию чувашского композитора выпустили специальную почтовую марку. А в Красноармейском районе, на его малой родине, 2013 год назвали годом Филиппа Лукина. Татьяна Трофимова, Оксана Александрова, Александр Петров, Республика.